Студенты-медики провели тематический флешмоб в центре Твери. Таким образом, ребята пропагандировали здоровый образ жизни. Наш корреспондент Наталья Чекит присоединилась к участникам мероприятия. Как это было, увидите прямо сейчас. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, волонтеры-медики собрались для проведения флешмоба. Он приурочен ко Дню сердца. Такое мероприятие проходит уже во второй раз. И помимо энергичных танцев, студенты раздают информационные буклеты о здоровом образе жизни. Этот проект реализуется второй год. Ребята очень активно принимают в нем участие, потому что это не только информационная какая-то, доведение информации о наших направлениях, но это и интересно им самим, потому что наше молодое поколение, оно нацелено именно на такие активные спортивные мероприятия. Флешмоб – это часть образовательного проекта Тверского медицинского колледжа «Жить здорово». В него входят также мероприятия по профилактике здорового образа жизни, нравственное воспитание и формирование активной гражданской позиции среди детей и молодежи Верхневолжья. Все прохожие могли присоединиться и повторить энергичные движения студентов-медиков, а также узнать про здоровый образ жизни. Акцию поддерживают студенты-первокурсники, которые начали свое обучение, и выпускники колледжа, которые передают свой опыт волонтерской деятельности. Флешмоб – это прежде всего как бы волонтерство. Я давно хотела поучаствовать в волонтерстве, и предоставилась такая возможность, как поучаствовать в флешмобе, и я согласилась. Люди должны знать пользу здорового образа жизни, и вообще это весело. Вообще я люблю танцевать, и когда происходит какое-то движение в колледже, мне хочется во всем этом участвовать, принимать участие. Это очень интересно. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» – одно из крупнейших в Европе в сфере здравоохранения. В России зародилось 6 лет назад. Сейчас его отделение действует на территории свыше 80 регионов нашей страны. В Тверской области в этом движении участвует 350 добровольцев.